Всем привет! Я вратарь хоккейного клуба «Сочи» Дмитрий Шикин. А я защитник Сергей Кузнецов. В эти выходные мы покажем и расскажем, как провести время в Сочи, когда нет хоккея. Сейчас мы определим, кто из нас будет жить как миллионер, а кто-то выживать. Ты что выбираешь? Я выберу ХК «Сочи». Тогда я дворец большой. Ну, погнали. Ха-ха, тащи! Ты лузер! Лузер! Это тебе? Чтоб ты не умер на улицах Сочи. И здесь, естественно, твоя сумма, на которую ты будешь жить. Удачи! Ах, не успел! А я пойду выберу транспорт покомфортнее. Единственный в России субтрофический город-курорт Сочи протянулся вдоль побережья Черного моря на 145 километров. Территория большого города Сочи разделена на 4 района – Адлерский, Костинский, Центральный и Лазаревский. Прекрасный климат, чистое море, свежий воздух, уникальный рельеф местности и пышная южная растительность. Одним словом, Сочи сегодня – это настоящая жемчужина Кавказа и одно из самых солнечных мест России. Заход в такси, микроавтобус. Едем такси. Поехали. Отвезите меня в самую дорогую гостиницу. Спасибо. Здравствуйте. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, сколько у вас стоит самый дорогой номер? 8 тысяч рублей в данный момент. Замечательно. Тогда я его возьму. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо. До свидания. Да, ребят, зачетные хоромы. Вид, конечно, впечатляет, но погода сегодня вообще не айс. Электрический музей Никола Тесла – это интерактивная выставка шоу в Сочи для детей и взрослых. Настоящий молнии напряжения в несколько миллионов вольт и укротитель безумной стихии. Где еще вы сможете без всякой опасности для жизни увидеть молнии на расстоянии руки и побывать в эпицентре грозы? Для смелых есть возможность принять участие в аттракционе «Клетка страха». Во время аттракциона участник находится в замкнутой клетке из металлической сетки, которая бьет самые настоящие молнии. Ух, мне сразу вспомнилось с детства, как мы все боялись этих молний и грома, закрывались в комнате и укрывались одеялом под самую голову. Буквально уговаривали Прохора Шаляпина сдать ДНК. 350 очков, буква. Жили мы и вместе, и не вместе.
Сегодня хотите какого мужа? Ну, я не для этого сюда приехал, чтобы сидеть в номере. Пойду я в спа. Посмотрим, что там. Спа-комплекс Сиба расположился на территории в 2500 квадратных метров, что делает его одним из самых больших на юге России. Представляет широкий выбор специально подобранных массажей, процедур по уходу за телом, а также расслабляющей терапии. Самое время испробовать все это на себе и заодно оценить качество обслуживания. Здравствуйте, девушка. Я бы хотел бы провести здесь время. А, желаете тапочки и халатик? Да. Пожалуйста. Пожалуйста, ваш халат и тапочки. Спасибо. А где раздевалочка? Пройдемте, я вас провожу. Спасибо. Сочи парк, добро пожаловать. Сочи парк часто называем русским Диснейлендом, потому что здесь предоставлено огромное количество развлечений для людей всех возрастов. Это единственный тематический парк развлечений на побережье Черного моря. Всего в парке насчитывается 13 аттракционов, но я вам кратко расскажу о самых главных. Квантовый скачок – самая высокая и быстрая экстремальная горка в России. Высота аттракциона – 58 метров. Во время поездки развивает скорость до 105 км в час. Тема вообще. Змей Горыныч – захватывающий двухрельсовый аттракцион. Длина трассы составляет 1056 метров, а высота 38 метров. Состав вагонеток развивает скорость до 100 км в час. Жар-птица – самый высокий аттракцион свободного падения в России. Его высота составляет 65 метров. Не заходите сюда, люди, если перед этим вы не посетили уборную. Какие уходят в отпуск? А я что здесь делаю? Ладно, сочтемся.
Съели, поели. Это формат столовой быстрого питания, в основе которого заложен принцип самообслуживания. Сюда люди могут заглянуть во время обеденного перерыва, после изнурительной прогулки или просто проходя мимо. Привлекает заведение тем, что здесь в основном присутствует домашняя еда. Котлеты, макароны, пюре, различные супы и салаты. Просто и со вкусом. Самое главное, по достаточно доступным ценам. Возьмем салатик крабовый. Давайте харчо. Так, давайте макароны. Филе куриное можно? Одну тарелочку вам или отдельно? Давайте в эту же. О, спасибо большое. А компотик? Где у вас? Ну что, кто не работает, тот ест. Было очень вкусно, теперь можно двигаться дальше. Хочу сказать, что здесь и правда отличный уровень, и мои ожидания не обмануты. Мне все понравилось настолько, что во время процедур, расслабившись, я представил, будто держу в своих руках кубок Гагарина. Буду теперь сюда почаще заглядывать. Говорят же, что мысли материализуются. О, улица Гагаря, прям как наш кубок. Хостел NG расположен в самом центре Сочи. Здесь гости могут поиграть в дартс, посмотреть телевизор, зарубиться в Sony PlayStation 2 и просто приятно провести время за чашечкой ароматного кофе в компании друзей. Недалеко от хостела находится парк Ривьера, в котором можно подышать свежим воздухом, перевести дух, собраться с мыслями и просто побыть наедине с собой. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Вы бронировали? Нет. Сколько у вас стоит самый дешевый номер? 400 рублей. О, не пойдет. Тапочки прям под меня шили. Как дела? Хорошо, твои дар. Так пойдет с дороги. Что, а долго тут? На сутки. О, так-то мягко вроде. Можно прилечь отдохнуть. Я очень люблю рыбалку и, глядя на море, мне всегда хочется порыбачить, но сегодня я слишком богат для этого, только сегодня. И поэтому я решил пойти в ресторан, который мне посоветовал мой друг Макс Вяр. Посмотрим, что из этого выйдет. Что, пойдем чайка попьем? Наверх.
Пойдем, сходим. Идем. Что-нибудь из черноморской кухни? У нас есть черноморская барабуля, сарган и мидии в трех видах. А давайте тогда барабулю, мидии и сливочный соус. Сливочный соус? Да. Приятного вечера. Спасибо. Совсем недавно был случай со мной, когда я ехал с выходных из дома, из Москвы в Сочи. И пытался порыбачить по пути, но так получилось, что в 8 часов утра я застрял где-то под Ростовом и не мог выбраться оттуда. Позвонил всем, кому можно, все вообще, что можно, перепробовал, но потратил в итоге на это около 8 часов и просто забыл про рыбалку в этот день, и не получилось у меня это. Вообще очень люблю рыбу, барабули никогда не пробовал. Сейчас попробую первый раз. Барабуля была просто божественная. Теперь перейдем к мидиям. Очень вкусно. Всем привет, это снова я. Покушал в ресторане, все было замечательно, очень вкусно, очень уютно. Вообще, в принципе, рыбная тема – это моя тема. И очень классно, что на берегу моря есть такой ресторанчик, куда можно зайти и вкусно покушать. Ну что, я пошел познавать ночную жизнь Сочи. Пока мой друг Кузя готовится ко сну, я тут совсем неплохо провожу время. Нормальное такое место. Видел бы меня мой тренер, не понял бы вообще. Да.
место, мне тут все понравилось, отличная атмосфера, но, к сожалению, мое время подходит к концу. Режим все-таки, мы занимаемся спортом, не просто так. Сейчас находимся в скайп-парке AJ Hiked Sochi. Это первый в России парк приключений на высоте основателя банджи-джампинга. Он располагается в живописном месте Ахширского ущелья в долине реки Мзымта по дороге на Красную Поляну. Центральное место занимает самый длинный в мире подвесной пешеходный мост Skybridge протяженностью 439 метров, в котором каждый может совершить захватывающую прогулку и насладиться панорамными видами Кавказских гор и Черноморского побережья. Но главное для меня сегодня не это, а то, что мне придется заставить себя совершить прыжок 69-метровой высоты головой вниз. Да, не ожидал я, что тут так высоко. Посмотрим, что выйдет. Ой-ой-ой, ёшечки! Не-не-не-не-не, погоди. Что-то мне очень как-то не то. Пожалуй, я сделаю звонок другу. Звенит в ушах лиха. Алло, брат, ты мне нужен. Здесь и сейчас. Ты опять решил похвастаться чем-то? Я не могу этого сделать. Давай, приезжай. Мне нужна услуга от тебя. Хорошо, скоро буду. Иди. Давай. Придется. Давай. Спиной поворачивайся ко мне, левую правую ногу в маленький карман. Что-нибудь подобное совершал в своей жизни? Парашют там, полет в космос, на Эверест на сход? Нет. Нет? Полет в Кубке Гагарина только был. Ну и как там полетал на Гагарина в Кубке? Неудачно. Ловил он, встретился? Плечо к плечу. Да, было пару. Не получилось спрыгнуть, слишком круто для меня, я семейный человек и, честно говоря, немножко побаюсь высоты, но тут не только прыжки, тут на самом деле целый парк развлечений и прекрасные виды, очень красиво, можно отдохнуть, классное место, в общем, здорово. Вот ноги мы тебе цепляем здесь, для того, чтобы ты летел красиво и аккуратно. Ну что, давайте посчитаем все вместе! 5, 4, 3, 2. Ой,
О, просто чувства офигенные. Надо еще раз прийти и прыгнуть. Брат, это было супер. Ощущение, как будто заново родился. Хотя, когда летел, казалось, что и сам могу родить. Но это мои мысли. А что скажет наш генеральный директор после прыжка с 207 метров? Что у вас в байке? 150 час, 500 день у нас. Можно 2 часа. Автодром – гоночная трасса для проведения автомобильных состязаний, главным из которых, без сомнений, является этап Формулы-1 Гран-при России. Также здесь проходят соревнования в классе машин GP2 и GP3. Различные тестовые соревнования, предваряющие королевские гонки. Для меня будет большой честью протестировать здесь свой автомобиль. А гонять я буду сегодня на BMW 135i. Помимо очевидных внешних преимуществ и внутреннего удобства, могу отметить, что она имеет 400 лошадиных сил и до 100 км разгоняется за каких-то 5 секунд. А объем двигателя составляет 3,5 литра. Плюс ко всему, сама машина специально подготовлена для езды по Сочи автодрому. Вот это мощь! Классная погода, хорошая машина. Что еще нужно для счастья? В автоспорте безопасность превыше всего. Поехали! Алло, братан. Здорово, братан. Ну, как ты там? Как тебе живется вообще? Я отдыхаю, на травке сижу. Балдею. Слушай, ну, у меня есть к тебе предложение. Какое? Давай ты помоешь мою машину рублей за 500. Я слышал, тебе там худо. Не, брат, пошел ты. Что-то он не очень захотел со мной разговаривать. Не знаю, что там у него происходит. Ну, видимо, мне веселее.
Здорово, братки, брат. Привет, братишка. Как провел время? Получше, чем ты думал. Это вряд ли. Ну, посмотрим, пускай решают зрители. Ладно, пойдем на тренировку. Пошли, брат. Сейчас мы узнаем, кто из нас будет жить как миллионер, а кто-то выживать. Стой давай! Ну, с вами уже хватит обниматься.